всем приветики. Купила себе такой браслет гематитовый на Wildberries за 226 российских рублей. И мне он пришел из России. Обычно ко мне все с Алиэкспресса приходит из Китая, а тут из России. Впервые, кстати. А купил я гематитовый браслет для того, чтобы как бы... Ну, если это настоящий гематит, то пишут, что он улучшает, типа, давление. У меня как раз-таки есть проблема небольшая с давлением. И, по идее, он должен уменьшать давление. Ну, помогать с этим. Вот. Поэтому мы его сейчас распакуем. Он был в том пакетике и в такой вот... Еще и в таком дополнительном мешочке. Так, это он завязан, получается. Как-то он так завязан, значит, не пойму, куда что тянуть. Ого, все. Такая золотая ленточка. Ой, серебряная. Так, типа, стильно выглядит. Мешочек весь такой в золотых. Ой, что-то у меня про золото все. В серебряных таких снежинках. Так интересно выглядит, конечно. От такого продавца. Вот. Ну и вот так вот он выглядит. Правда. Там на картинке казалось, что вот эти вот... Ну, как бы кусочки, они казалось, что не побольше, пошире. Они такие тоненькие. Ну, вот получается, такие кусочки. На резиночке. Вон на резиночка. И на ней такие надетые пластиночки. На одной пластиночке даже есть небольшой такой скол. Внутри там какого-то такого цвета непонятного. Снаружи он как бы такой черный, а внутри цвета такого, как кирпич. Вон он. Не знаю, может это... Ну, по идее, гематит, он когда говорят, когда его разламываешь, он крошится, он такого типа красноватого цвета. И там он такой немножко, ну не красноватого, а такого как слегка оранжевого. Ну, то есть, типа, может быть... И настоящий, кто его знает. Ну, дальше типа на руку надеваешь. Вот так. Ну, мне, кстати, нормально подходит. Как раз под мою руку. Правда, здесь какие-то волосинки торчат. Видимо, здесь завязывали резинку. Наверное. Ну, в целом, как раз мне по размеру более-менее. Ну, то есть, более-менее нормально. Ну, и все, и так вот носишь. По идее, этот браслет гематитовый должен улучшать, как бы, давление. То есть, если у меня оно, бывает, повышается, благодаря ему оно не должно повышаться, по идее. Вот. Но как оно будет, я не знаю. Проверим. Ну и все, и можно носить. В целом подходит по размеру такой браслетик. Довольно, кстати, быстро. Довольно-таки быстро пришел. По-моему, за дня 2 или 3. Так что такой вот браслетик. Попробую поносить, посмотрю, как он работает, не работает. Вот. Там такая резиночка внутри. Где-то полностью темная, где-то он такое светлое, где-то нормально выглядит, где-то такое побитое. Ну, в целом, главное, чтобы он работал так, как заявлено. Ну да, здесь вот они завязочки, поэтому здесь и торчит вот они. Узелки эти. Вот такой вот браслетик. Так что буду пробовать. Если реально будет работать, помогать с давлением, будет вообще круто. Ну, на этом все. Всем покедово.